Кто-то там кушает орешек. Где остальные-то твои? Братья, мамки, бабки, куда все подевались? Да один тут у нас молодец. Ночевал в Скворечнике сегодня, потому что ночью было прохладно, что-то плюс 6, что ли. И он там хитренький себе спал. Не успели заснять мы, как ты оттуда вылезаешь. Вкусненький орешек. Вчера шишечка, сегодня орешек. Такое у тебя хорошее питание. Все, доел. Пустой? И куда ты его?